Сегодня поговорим об академической мобильности. Как давно появилось это понятие и что привнесло в нашу жизнь? В этой программе ты узнаешь, что дают вузам международные контакты. Реально ли кубанским студентам получить 2 диплома в 2 странах мира? Академическая мобильность является одним из компонентов болонского процесса. Этот термин подразумевает образовательный обмен студентов, преподавателей, исследователей и администраторов университетов. Сейчас мы узнаем, насколько мобильны студенты кубанских вузов и как оценивают наше образование за рубежом.